названием Баба Гануш, похожее на хумус. Хумус из баклажан. Копченых баклажан. Тут еще у тебя яблочко какое-то. No. Мне кажется, это редька. Не-не-не, там было что-то с Apple, да. Очень нежный, очень такой кремовый, легкий воздушный вкус. Это баклажана. Не знаю, что с яблоком делать, но я сделал так. Да. Кисленькое яблоко с этим, он сладковатый, да, привкус имеет. Очень круто. Да. Прям отличная закуска. Да. Рекомендация от шефа с одной звездой Мишлен. Так, ну хухры-мухры. Не от меня, в смысле, от повара. Да. Мне нет одной.